Дорогие друзья, всем привет! Благодарю, что вы зашли ко мне в гости. Сегодня у меня очень интересный рецепт. Клубничку, видите, я промыла и просушила. Делаем наколы. Так. Выкладываем в судочек или... Так. Выбираем красивую. Так, я думаю, в этот судочек достаточно. Так, они уже не помещаются. Так, что мы делаем? Мы с вами готовили лимончелло. Заливаем нашу клубничку. Лимончелло. Вот так, щедро. Так как лимончелло очень сладкое, я добавляю сок лимона. Вы можете взять вермут, любое свое любимое вино. Все, заворачиваем пленочку и ставлю в холодильник на ночь. У меня же, как в сказке, прошла ночь. Достаем нашу клубничку. Она ночь простояла в лимончелло. Смотрите, какая красивая, яркая. Что нам надо? Берем сахар. И слаживаем, выкладываем в емкость. Вот. Выкладываем все и ставим в холодильник. И у нас великолепный десерт для взрослых девочек. Готов? Не забывайте подписываться на мой канал. Давайте же одну попробуем. Клубника со вкусом лимончелло. Это великолепно. Хочу еще. Всем пока и до новых встреч.